Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, зайдем в магазин, что-то нам тут предлагают. Ну-ка, давай-ка что-нибудь бесплатное, а? Ничегошеньки, да? Нет, дают. Черепаха с пушкой, вот что нам дали с тобой бесплатного. На арене мы с тобой забираем, о, 15 карточек ножница. И что же нам еще тут выпадет? Угу. Трансформатор, зомби-камикадзе. Ну что, давай быстренько с тобой пробежимся еще разочек. Соми. Фига себе, меня вообще в рейтинге нету. Разве это годится, ребят? Конечно, не годится. Поэтому берем наш супер-пупер отряд. Тут можно любой мой отряд взять. Ну, я беру тот, который слабее всего. Ну и конечно же, начинаем давать люлей нашему противнику. И здесь достаточно вызвать одного, наверное, самурая. Он тут всех порвет, потому что, ну, как ты видишь, тыч. Без проблем, просто без проблем. Даже БФГшка здесь не поможет. Пяню. Пяню, все. Базы как будто не было. Квест завершен, завоеватель. Ну, еще бы он был не завершен, еще бы я был бы не завоеватель. Так, ну что, у нас с тобой будет откат квесты. Запрос. 4 кристалла я получил. И мы с тобой переходим. Погоди секундочку, сейчас глянем, что у нас здесь на ежедневках разыгрывается. А, разыгрывается тигр. Ребят, ну тигр у меня прокачан полностью, так что это мы пропускаем с тобой. Территория нежити. Ну, так как здесь голем и... Я смотрю, здесь банши. Я думаю, этот отряд вполне, в принципе, должен справиться со своей поставленной задачей. Против голема мы, наверное, будем вызывать с тобой самурая вместе с воблером. По идее, так надо нам делать. Да-да-да-да-да. Как раз воблер будет издалека кромсать. Вот таким вот образом. И еще бы сюда бы нам не помешало бы некро. Давай-давай-давай, некро. Да ну! Что это за дела, ребят, я не помню. Корни, конечно же, корни. Ай-яй-яй, как они получают там урон смачно, на тебе. Ну, естественно, колобки пошли гулять. Колобочки мои родные. И тыквоголовый, все. Расколбас начался по полной. Все. У противника больше просто нету шансов здесь, ребят. Мы его прижучили, прожали, примяли и раздавили. Соответственно, наша команда идет и уничтожает замок врага. Так, карточку прихватим и денежку тоже захватим. Все, по-другому и быть не могу. Не надо мне вот этих ваших покупок. Они мне не нужны, покупки-то, по большому счету, ребят. Мы уже и так с вами супер-пупер прокачаны. Я бы даже сказал, перекачан. Тихо. Ты понял, да? Ты прекрасно понял, почему я немножко шуганулся. Здесь прыгун, собственной персоны. Его очень тяжело фармить, тем более, когда вот такое вот маленькое расстояние. То есть, это должен быть щитобот. Так, погоди. Стоп. Подожди, а он что, не собирается этого вызывать? Не понял. Так, ну-ка. Банши просто, она начнет сейчас орать, как потерпевшая. Ну, вызываем тогда так. Просто сейчас выйдет в любую секунду этот голодрай. Вот он, ребята, вот он бежит. Вот нам что придется делать. Ну, подбили, отлично. У нас есть ураганчик, надо воспользоваться им. Нам очень сильно повезло, что прыгун, после того, как прыгнул, не... сделал свою истерику. Он спокойненько перепрыгнул и просто-напросто пошел вольготно, да? Как будто ему здесь ничего не угрожало. Если бы он прыгнул бы с истерикой, он бы начал кромсать все и всех на своем пути. И победа не была бы такой легенькой, как она сейчас выглядела. Но здесь следующее, ребята, противное бесячество появляется. Это именно когтистый. Когтистый, у него размах его клешней заменяет как атака дальника. Очень далеко он бьет, причем очень сильно. И при смерти он может
бросить свою голову как бомбу, можно так назвать. То есть у него отлетает голова и начинает наносить урон. Поэтому, ребят, поэтому нам надо здесь вот так вот, наверное, сделать. О, смотри, как начинает кромсать. Начинает очень сильно он бомбит, ребята, очень сильно. Так, и вот опять. И нельзя, чтобы все стояли в кучу против когтистого. Иначе все будут погибать. Ага. Но пока я тебе скажу, у нас очень даже неплохо идет все. Когтистый получает звездюлей. Слава богу, голову он свою не выкидывает. Что для нас огромный плюс. И, скорее всего, да, ребята, все. Мы с вами проходим до замка и начинаем его колбасить. Причем по-черному. По-черному это значит, что ни единого шанса у них здесь не будет. То есть без всякой капитуляции. Все. Молодцы, красавчики. Как раз у нас тыквоголовые подходят под этот праздник Хэллоуин. Как нельзя очень круто. Так, ну что, двигаемся с тобой дальше. И у нас предпоследний этап. Вот. Опять мы с тобой дошли до прыгунов. Твою налево, подожди секунду. Прыгун. Плюс у нас тут, смотри-ка, служитель тьмы. О-ля-ля, служитель тьмы, ребята, это плохо. Тем более, когда он будет сзади голема стоять, естественно, он его сможет отхиливать. Но если мы успеем с тобой вызвать друидку, можно, в принципе, постараться, то это в корень, поменяет, ребята. Так, интересно, Палыч у меня выдержит один на один? Давай проверим. Видишь, какую истерику он врубает? Вот, об этом я тебе и говорил всегда. Что, когда прыгун выходит, начинает врубать свою вот эту психоистерику, это очень плохо. Так, ну а я вызываю, тем не менее, друидку, которая сейчас будет делать перелом в нашей битве. Так. Не-не-не-не-не-не, прыгун, все, тут уже, ты уже потерял, как говорится, свое преимущество здесь, так что можешь даже не крякать. А вот этого пройдоху нужно подтянуть поближе. Да-да-да, я про служителя тьмы. Все. И опять же не забывай, что прыгун может выйти в любую секунду, поэтому всегда надо быть начеку, потому что он перепрыгнет всю эту мою армию. Видишь, что он делает? Да-да-да, он начинает бомбить друидку. Молотильщик, ага. Молотильщик заступился за нашу друидку. Ну и все, ребят, получается, что тут уже шансов у противника не было. Сейчас мы ему тут за 3 секунды базу-то запинаем. Хе-хе, даже прыгун тут не помог. По-другому и быть не могло. На это все и рассчитано было. Так, давай посмотрим, что у нас здесь. Когтистый, угу. Ну, ребят, чтобы не скушать судьбу, мы сразу с тобой возьмем этот отряд. Потому что здесь старый воин. Он очень сильный, и чтобы с ним долго здесь не пыхтеть, не морочиться, мы сразу пойдем с тобой в контратаку. Сразу же, моментально. То есть мы вызываем с тобой мага-рыцаря. Да, мага-рыцаря. И сразу же Ронина. Надо выпускать. О, нет, подожди, подожди, меняется все, ребят. Хотя нет, давай так и оставим. Ну, Ронин, ну как всегда, ну ё-моё, ну... Вот в этом случае, ребята, вот меня бесит, когда он так вот не предсказывает. Все, ну что он сделал? 2 удара и тю-тю ему. Вылетай! Опять не вылетел. Он опять не вылетел, ребят. Давай ульту. Ульта мне только здесь поможет. Сейчас, скорее всего, выйдет старый воин. Или не успеет? Нет, наверное, не успеет, ребят. Да. Он успел как бы выйти, но слишком поздно, потому что мы уже разнесли ему замок. А так он успел, да, свою мордашку показать. Ну что, ребят, забираем с вами награду нашу, честно заработанную. Сундук нежити. Так, старый воин плюс банши. Ну и 12,5 тысяч монет. Так, и территория подданных. Начинается фехтовальщик и рыцарь. Против этих ребят, так как у нас будет короткая дистанция, начинаем, естественно, тоже с коротыша. У меня против коротких дистанций есть свои, так сказать, юниты ближнего боя. Причем
довольно дешевые, но очень-очень эффективные. Кто-то из подписчиков писал: Рэй, а сыграй другими командами. Другими командами. Если тебе не сложно, ты можешь посмотреть мой опыт, именно как я пробовал другими командами сыграть, и ничего из этого хорошего не получилось. Почему? Ну, потому что, во-первых, у меня не все прокачаны по фулке. Во-вторых, если там, например, какую-то команду определенную брать, то она должна быть, ну, иметь баланс. То есть должен быть танк, должен быть летающий юнит по возможности, да, должен быть дальник какой-нибудь хотя бы один или два. Ну и в основном у меня нет команды, знаешь, где бы я применял медика. Вот с медиками у меня нет таких команд. Кто-то попросил поставить Терракошу. Я тебе скажу следующее. Где-то серии 20 назад Терракоша был у нас в топовой команде. И я убрал его только лишь по одной причине, что он очень медленно продвигается. Он очень сильный, но он очень медленно двигается. Только лишь из-за этого я его удалил из нашего основного состава. Поэтому вот как-то вот так у меня получается. Я вот недавно, например, поставил в свой отряд ползуна, потому что его раньше у нас не было. Грифона я вернул в этот отряд. Тоже его не было долго у нас. Здесь я поставил мага. Его не было у нас тоже давно. Вот этот отряд у меня полностью, ребята, переработанный. У меня только здесь неизменным остался этот тыквоголовый и самурай. Потому что некро мы с тобой, ну, относительно недавно подключили, а воблер так вообще свеженький, вояка у нас здесь. Эта команда практически топ. Есть и топ вместе вот с этой командой. То есть две команды есть топовые. Ну, благодаря опять же кому? Опять же друидке, ребят. Ну, друидка, она сама по себе очень топовая. Она вызывает руны, которые очень хорошо помогают нам. И там и отхиливающие, и отталкивающие, и броню понижающие, и захиливающие. То есть только друидка может... Что она может? Она только одна может лечить базу. Если ты этого не знал. То есть, если твоей базе нанесли урон, а у тебя босс есть друид, то она залечит полностью, восстановит здоровье твоей башни. Но условие должно быть такое, что она должна стоять рядышком с базой. Если она будет где-то вот здесь, то ничего у тебя не получится. Так, что-то мне не нравится тут. Что это они тут разошлись-то? Эй, партизаны, совсем что ли? Фига себе, раздухарились. Просто я заговорился и немножко отвлекся. Как бы это недопустимо во времена каких-то сражений. Еще многие просили меня, чтобы я начал проходить какие-нибудь стратегии. Ребятки, ну я как бы... Вот раньше, лет так 15 назад, я стратегии просто обожал. И у меня довольно получалось неплохо их проходить. А потом я почему-то к ним перегорел. Я не знаю, с чем это связано. Даже не могу тебе объяснить, с чем. Можно, конечно, попробовать как-нибудь на досуге поиграть в какую-нибудь стратегию, только вот в какую. Не знаю, предлагай. Но опять же, эти стратегии должны быть, наверное, все-таки на ПК, и поэтому они будут проходиться только на втором канале. Здесь-то как бы их нету. Все стратегии, которые здесь мы играли, это в основном это Kingdom Rush, да? Все серии, кстати, скоро, в конце этого года, ребята, или... В начале следующего появится еще одна игра от Ironhide, от этой компании. Как-то называется Jump какой-то там. В общем, то же самое, что Kingdom Rush, только уже не средние века, да, и рыцари и тому подобное. А там уже будет как будто наоборот будущее. Постапокалиптическое время, когда уже там, знаешь, руины, фигины и захваты всяких банд. Вот такой вот. Но неизменно рисованная графика, как всегда, ребята, это... Первый отличительный знак игры Ironhide. Компании, точнее. Так, ну что, давай мы с тобой возьмем. Ну, можно вот этот, я думаю, отряд взять вполне. Единственное, что, опять же, меня фехтовальщик очень смущает. Он быстрый, гаденыш, он очень быстрый и очень шустрый. Поэтому даже самурай здесь может не справиться. Но здесь очень хорошо справляется Банши. Нет, не Банши, ее звать Некро. Вот Некро здесь хорошо справляется. Если она, конечно, будет успевать их вызывать. Они очень много и сильно наносят урон. Сам прекрасно видишь, да? Очень хорошо. Два укуса, три укуса. И считай, рыцаря как будто здесь и не было. Но если ты вызываешь вот так и плюс тыквоголового, то тут все, ребят. Пиши пропало. Враги просто будут падать штабелями.
Даже лучник этот не поможет со своими огненными стрелами. Давай. А вот когда вот так вот их всех в кучу прижимаешь, то тыквоголовый просто царь здесь. Почему? Потому что у него массовая атака, он наносит повреждения очень-очень сильно. И больно жгет. Так, все. Раскатали. Раскатали очень быстро причем. Так-с. Двигаемся дальше. Кстати, очень много... Ну как очень много? Три игры точно я знаю, что эксклюзивы должно появиться на iOS-системе. Так что на iPad мы обязательно в них поиграем. Первый это из них Бравл. Лего. Там, как бы тебе объяснить, это, наверное, PvP-шка леговская, да. Потом должны появиться новые трансформеры. И что-то еще, вот не помню, что еще за игра. В общем, тоже, ребята, мы их будем смотреть все в процессе очереди. Так, ну что? Здесь бродяга у нас оказывается, да? Бродяга-хлыщ. Ну, в принципе, против бродяги тоже очень даже неплохо должна, по идее, сыграть некро. Опять же, вызывает черепки. Бродяга, естественно, раскрывается, и черепки его уничтожают. Но, если не ошибаюсь, он ему, именно его он отправит первым. Угу, так и есть. Поэтому можно сделать вот так вначале. Выпустить воблера. Он скрывается. Потом он проявляется. Вот не знаю, кто тут из нас победит. Ты серьезно? Воу-воу-воу-воу. Вот. Да, друзья, такого, конечно, фейла я не ожидал. Честно тебе скажу, не ожидал я такого вот итога. Ладно, давай ускоряться. Это же надо было так нелепо сфейлиться, друзья, а? Трындец, конечно, ничего тут не скажешь. По идее, она должна была бы, ребята, это, но почему-то... Почему-то некро не сработало как нужно было, как я рассчитывал, как я хотел. Тут-то мы, конечно, выиграем, но переигрывать в любом случае мне придется. Да, придется переигрывать. Ну, одну попытку мы с тобой, грубо говоря, сфейлили. Также у нас тут и энергии еще нету, не осталось. Ладно. Здесь, наверное, нам понадобится вот этот отряд. Давай попробуем. Так, ну что, я готов. Бродяга пойдет первым, да? Ну и здесь будет немножко попроще, потому что, опять же, щитобот как прикрывает, наш молотилищик его, естественно, разносит в хлам. Или же можно сделать вот так. Как вариант. Угу. Сейчас я хочу, ребят, кое-что сделать. Отдай карточку. Блин, не прокатит, наверное, ребят, не прокатит. Ну давай, 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 давай. Хотя почему-нибудь все нормально у нас идет. Хотел друидку, конечно же, позвать. А я ее позову сейчас. Вызываем. Все, ребят. Друидку мы позвали. Все тут, как ты видишь, мы прикрываем. И ничего здесь никто не сделает нам. Мы еще даже вот так вот сделаем, чтобы притянем противников. Давай, 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 бродяга. Бродяга такой хитер, думал, пройдет. Нет, не прошел. Не получилось у него. Видишь, отталкивают. Руны есть специальные, которые отталкивают противников. Воу, ураганчик-то вообще великолепно. Так, деньги, деньги собираем. Смотри, 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 что бродяга там делает. Из-под тишка лупит, а? Окей. Ну все, разбираем потихонечку базу. Бродяга даже не успел дойти. А в любом случае, он от паладина бы получил звезделей. Как пить дать получил бы, понимаешь, даже не успел ничего сделать. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. И последний у нас тут уровень. Босс будет король.
Я знаешь, что сделаю? Я сделаю вот этим отрядом. А, погоди. Хотя, чё, я думаю, справимся. Меня немножко бродяга смутил. Ну, думаю, что если мы успеем с тобой вызвать нашего жнеца. Плюс у нас здесь баллиста есть. Ползун. Ну, должно получиться, ребят. Все у нас должно получиться. Вот сейчас вот, например, можно спокойненько вызвать нашу баллисту, которая начнет издалека, естественно, наяривать. Плюс джиггернаут на прикрытие. Ну и все, и никто и ничего здесь не сделает. Потом я просто вызываю жнеца. Даже ураганчик нам здесь в помощь идет, прикинь. Так даже еще лучше. И как бы все. Две баллисты, плюс вот так вот клетку вызываем. Ай, красота, ты посмотри. А вот, ребята, и король, собственно, персона. Сейчас посмотрим, кто кого здесь передамажит. Скорее всего, мы. Угу. Конечно же, мы. Баллисты прикрывались сзади. Плюс наш жнец, насколько ты знаешь, когда он убивает какого-то вражеского юнита, он воскрешает одного из зомби. Так что тут шансов практически у него и не было. Так, забираем с тобой наградочки наши. Сундучок подданных. И тут нам выпадает вот эльф. Это хорошо, эльфа нам нужно, ребята, прокачать. И территория захватчиков. Опять же, страж плюс жаба с пушкой. Здесь можно вот этот вот отряд брать спокойненько, поверь мне. Вот именно этот отряд. Почему? Страж, он дорого стоит, поэтому он долго будет сейчас его вызывать. А вызовет жабу с пушкой, у нас на него тоже есть провокатор, это именно ниндзя. Так, сейчас он его вызовет. Что-то не вызывает, может быть, я успею богиню солнца позвать? Нет, не успею. Ну ладно, давай, голема. Ах ты, вон как сделал. Хорошо, мы тогда также, ребят, начинаем. О, заморозка, вот на это я не рассчитывал. Так, ну все равно вдвоем должны тут его ушатать. Блин, вот то, что молнии не срабатывают, это, конечно, печалька. Нате-ка вам заморозочку, а? Все, выкусили. Ох, сейчас маг еще начнет, смотри, идет, видишь, с этим, с кадилом каким-то. Тюн-тюн-тюн, с фонарем. Не забывай, что маг имеет массовую атаку. Бомбит по территории. Да все. Тут пиши пропало. И у мага еще к тому же, заметь, очень дальняя такая дистанция по атаке. То есть к нему фиг подберешься, особенно если он стоит за танками. Так, а здесь нас решили испытать с помощью тритона, опять же. Что такое тритон, ребята? Это не что, это чистой воды саппорт. Он идет сзади танков, сзади бойцов, просто их бафает, да, там на отражение урона, на всякую ерунду, короче. Но когда никого нету, и он остается один на один лицом к врагу, например, да, все, он просто сдувается, ничего сделать не может. Он сам за себя постоять вообще никак не может, ребят. Но тритон бафер еще тот, поверь мне. Его баф очень сильный, он здесь, как бы, блин, ты посмотри, почему его жабе так везет, а почему она со своими станами, видишь, ох, молния такая хорошо прошила-то. Так, кто-то из подписчиков мне написал, что какая-то база тоже очень хороша, и я ее недооцениваю. Так вот какая, не помню. А что, маг у нас еще может оглушить противника, я не знал. Теперь я знаю, что, оказывается, его молнии могут еще и застанить. Или это просто стечение какой-то обстоятельств. Во, видишь, отражение. Вот отражение урона. О, еще и щиты вешает. Так, давай, богинюшка, выходи. Тин-динс. Обоих просто раскошелили. Давай. Прижучивай. Ну. Есть контакт. Тритона просто не успел появиться, как мы его отдуплили. Все. Нет, богиня солнца, я считаю, тоже одна из таких топовых бойцов. Именно тем, что она бьет лучом, и этот луч жарит аж 3 атаки он пропускает через себя. То есть самое сильное — это начальное, потом чуть слабее, и в конце самый слабенький дамаг. Но этого хватает, чтобы разобраться с противниками. Фу. Так, а здесь, значит, у нас появляется бородавочник. Бородавочник чем опасен, ребята? Естественно, своим разбегом.
Поэтому его желательно контрить сразу же. Контрить — это ставить какого-нибудь танка, более-менее такого приличного, который бы он не смог снести с первого удара, и чтобы сбить ему чисто разбег. А его бивни очень сильны. Бивни его очень сильны, поэтому он кромсает, будь здоров, ребят. Сам только что видел, да? И думаю, не надо ничего тут объяснять больше. Так, распечатали. Вот-вот-вот начинается разбег. Ну, вот мы его застанили. Очень удачно пробила молния. То есть мы его застанили, как бы, и все хорошо. Вот, две ниндзя начинают колупать стражи, уничтожили его. Ниндзя возюкаются очень долго только со стражами, с танками. Остальные всякие там стрелков и тому подобное, да, они разносят просто на ура за считанные секунды. Давай, 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 давай. Опа. Сам видишь, да, что мы тут вытворяем. Четенько, просто великолепненько, изумительно. Так, ну что, продолжаем. Продолжаем наши поединки. И у нас с тобой предпоследняя миссия. Вот. Вот он, ребята, хищнец. Противник номер один для меня. Так, секундочку, а как же мне его... как мне его... Каким отрядом его контрить-то? Этим, что ли? Хм. Не очень, я тебе скажу, хороший вариант. Именно по контролю. Блин. Ну, в принципе, жаба с молотом должна его сносить с удара, по идее. Да. Но он же сейчас будет докапывать. Он будет докапывать нас. Видишь, постоянно вот так вот. Хопа. Мы тут, естественно, перекрываем ему кислород и вызываем ниндзю. И он сейчас опять вызовет. И вот так вот он будет нас тут мутузить. Так, тихо, 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 родной. Тихо, я тебе сказал. Молния. Ни одна молния не прошла, блин, в точку, а. И вот самое противное, что сейчас будет хищнец выбегать, прыгать и бежать. Ай-яй-яй-яй-яй, как он сейчас... Маг! Фью! Мага прикрыли, ребята, это хорошо. Ты посмотри, ты глянь, что... Вот это да, это все, ребят, тритон вшивый. Нам срочно нужно что-то сделать. Я не знаю, там оглушить или как-то их пробить. Ой-о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 й. Богинюшка, может быть, ты нам как-то, я не знаю, поможешь. Почему-то я сомневаюсь, что ты нам поможешь здесь. Хотя, подожди, вдруг поможет все-таки. Ураган. Давай-давай-давай-давай, ураганом их прижучим здесь. Богиня, жарь, пожалуйста, прямо вот туда вот. Да, по-моему, то, что нужно, получилось, ребята. Да, вот, отлично. С этим отрядом мы справились. Вот я тебе говорю, что богиня солнца вот своим вот этим вот массовым уроном очень неплохо прожигает врага. Должны мы разнести базу с тобой. Обязаны просто, е. Фью. Кул. Ну что же, у нас остается, что, по-моему, последний поединок здесь, да? Твою налево. Ну что, здесь уже тогда и, соответственно, берем наш супер-турбо-отряд, который будет кромсать, 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 еще раз кромсать. Здесь мне даже очень-очень-очень редко приходится, как говорится, применять силу ведьмы. Очень редко, потому что в основном справляемся с своими... Опа! Смотри, 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 что происходит. Да-да-да-да-да. И еще и тебя-то тут не хватало, а? Олух ты, ты посмотри. Мне даже прикрыться-то неким. Ты видал, ты видел, что получилось. А что я радуюсь-то? Чему я радуюсь? Блин, он же сейчас, эта же жаба с пушкой, она же подобьет мне сейчас. Конечно, она подбивает летучку. Так, а кто тут босс? Я уже забыл. Нет. Да что вы делаете? Друг друга перепрыгивайте. Что-то у нас происходит. Вот, 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 вот. Явился, явился, ребята, этот повелитель разума, блин.
Срочно ульту. Наказал? Наказал, по-моему, да? Какой, блин... Тьюх! Чётенько. Как раз ульта накопилась, и мы пробили с тобой его. Так, ну что, забираем с тобой сундучок. Наш ненаглядный. Что тут у нас выпадает? Так, жаба с пушкой, жаба с молотом и 9 кристаллов. А, все, мы прошли, что... О, когтисты, это хорошо. Цветущая вишня. И ядерный робот. 160-й, друзья мои, портал. 160-й, одуреть можно. Ой-ой-ой-ой-ой, Ронин. Ронин, твою налево, это же... Блин, я даже не знаю, как мы будем с тобой здесь. На короткой дистанции против Ронина. Ну, если даже здесь возьму... Я не знаю, что сейчас будет. Ну, вызову голема, да? Вызову голема. Если этот истерик выбежит, он разорвет этого голема, поверь мне. Смотри. По дамагу. Как тебе, а? Вот я тебе... О, надо же. Слушай, я не ожидал, что голем у меня справляется с Ронином. Но опять же повторяю, ребята, Ронин вышел без истерики. Если бы он с истерикой... Да хорош! Не может быть, я не верю своим глазам, что мы здесь с тобой... Что мы с тобой здесь пройдем. Давай, давай, родные мои, давай, давай, жарим, жарим, жарим. Нормуль. Все. Слушай, ну справились. Обычно, когда Ронин у нас выходит, все, ребята, я сразу сушить начинаю весла, и потому что, ну, с ним очень тяжело справиться. Терракоша. И опять же Ронин, и опять же Терракоша. Так, ну что, вся надежда у меня на щитобота. Ну как надежда, такая маленькая надеждочка. И на молотильщика. Ой. Ой-ой-ой. Я чуть-чуть не так ожидал. Не такой расклад думал, ребят, будет. Ронин упал. Блин. Давай тоже вызывать этого всадника на журавле, фиг ли он. Ему, значит, можно, а нам что, нельзя, что ли? Ураганчик. Вот пускай там стоят возле стеночки. И друидушку. Друидушку, ребята, обязательно надо вызывать. Если есть возможность вызвать, вызывай, конечно же, друидку. Она тебе сослужит верную службу, поверишь. Так, она идет, идет, идет. И замок мы с тобой сейчас уничтожим. Нормуль. Замечательно. Так. Радоваться. Блин, у нас что, энергия там закончилась на отрядах? О-ля-ля, что делать будем? Вот здесь есть. Ну, опять же, блин, ну почему Ронин-то все выпендривается и выпендривается, а? Я не хочу, чтобы он был. Блин, ну тяжело. Ну, еще и тигр. Еще и тигр, молодцы, спасибо большое. Тигр, значит, да? Плюс Ронин. Это ж как тут, я не знаю. Ронин истерика, да? Воу-воу-воу-воу, все, ребят, все-все-все, приплыли. Приплыли же, приплыли, конечно. Я тебе говорил, что... Я даже никого звать не буду. Я тебе говорил, если, если этого упустить... Ой, нормально, да? У меня ж вот так вот две атаки подряд на ускорении. Хрен ты дождешься, понимаешь? А у него вон один за другим. Ушлепки. Хорошо, я знаю, как их наказать. Мне, конечно, придется применить свой супер-пупер отряд. Опять же, это нужно, чтобы мой Ронин сработал на все 100%. Но трындец. Мой! Мой, ребята, вырулил. Тик.
Чик. Ага. На-ка. Выкусил. Вот это вот не надо здесь. Бумс. Давай, удар. Вот так вот по красоте у нас получилось. Ну, а первая попытка, конечно же, была фейловая. Так, давай, блин, да тут еще и Вуджен. Тут еще и Вуджен прибавляется. Вот ко всему этому беспределу. Давай. Попробуем, у меня есть ползун. Для чего мы ползун набрали? Как раз против этого Ронина. Я знаю, что Ронин истерику сейчас может навести. Ага, вот так вот он. Ну, я понял его тактику, что он хочет здесь сделать. Значит, вызываем баллисту. Твою налево, баллиста. Так, клетка. Проходи. Проходи. Да вот Джена, иди. Блин, он сейчас этих... Он сейчас этих освободит всех. Ну, ё-моё, ну... Ну и трындец, по-моему, ребят. Чё нам поможет? Я не знаю, что нам поможет. Нам поможет только... Вот что нам поможет. И жнец. Давай, поехали. Жух. Естественно, армия нежити. Жух. Ну, он-то сейчас, конечно, тут начнет буянить, поэтому вызываем баллисту. Да твою ж налево, ну... Ты, может, достал уже, а? Допустим. У нас 43 минуты, ребят. На все про все. 43 минуты. 43 секунды, блин, 43 минуты. Разогнался. Так, мне нужно... Что мне нужно? Мне нужна вот такая штука. Все. Вудженов нет. Ну, 23 секунды, ребят, не знаю. Не, нифига не получится. Как он меня бесит. Я не могу просто этот Вуджен, блин. 2 секунды, не, нифига, фейл. Замок мы, конечно, разнесем, но фейл. Ну что, придется брать тогда опять же наш топовый отряд. Не хотелось, но... Фиг ли сделаешь. Да, меня это что-то аж прям... Что-то меня аж прям взбесило это. Этот Вуджен недоразвитый. Да. Ну что, тогда будем делать, наверное, по-своему все, да? Берем ведьму. Сейчас Вуджены, естественно, сзади пойдут. Тут у нас ульта очень хорошая. Вот что самое главное. Так, ведьма, погнали. Нет! Твою налево, успели, блин. Фух, сейчас бы ведьму загасил бы, наверное. На. Ну, в принципе, и все. Да-да-да. Тут уже хоть забегайся, что-то не поможет. Так быстро, да, вообще 3 секунды и все, ребят. Ронин выбежал, мы его уничтожили. И все, и прошли. Так, ну здесь по-любому надо брать этот отряд. Потому что бог ветра. Это не есть хорошо. Со своими дувалками этими, когда он сдувает всех. Был бы у меня прокачан. Эй! Эй! Вот это, блин, пипец просто. У меня слов нету. Как? Как я так...
твою налево, а. Да. Трындец. За 30 секунд можно было бы снести ему замок, но так как мы сфейлились, мне опять придется переигрывать. Потому что этот псих недоразвитый побежал, понимаешь? Если бы он не побежал бы, Ронин, все бы было бы у нас топчиком бы. Но он побежал, блин. Так что сейчас будем первыми мы действовать. Наш бежит, Ронин, ребята. Хоба! Вот так вот. Щегол, будешь знать свое место. А дальше все по накатанной. Сейчас он льва вызовет, да? Или как там? Тигр будет вызывать? Нет! Все, расколбас. Вот теперь мы забираем с тобой нашу награду. Сундук нефритовой империи. Все это у нас есть. Переходим на территорию, опять же, роботов. Джаггер плюс репульсор. Так, а что, у нас только одна... Один отряд с энергией остался? Что-то как-то не айс. И тут отряд-то такой. Ладно, вызываем Джаггера против... Ну, и у него Джаггер-то посильнее будет, чем мой. У него синий Джаггер, а у меня он недоделыш, так скажем. Так-с, недоделыш, блин. И в два смычка разносит. Ну... Сравняли, да, счет, так сказать. Я еще Джаггера вызываю. И клеточку, чтобы сразу их всех тут прихватить. Плюс ураганчик, плюс грифа. Ну и, как ты видишь, результат не заставил тебя долго ждать. Разносим базу. Отлично. Блин, почему у меня так Джаггер долго прокачивается, а? Вот объясни мне. Я уже не знаю, сколько за ним играю. Ой. Трындец, еще и толкатель сюда засунули. Еще давайте не толкая сюда засунете, да? И робота с ракетой. И будет вообще топовая команда. Хорошо. Ну, по той же самой схеме, короче, вызываем Джаггера первого. Потом вызываем баллисту. Я, наверное, так вот сделал лучше. Блин! Да, ребята, вот-вот-вот-вот-вот, сейчас будет сталкивать. Так, мы что можем делать? Мы можем делать вот так вот. Круто? Круто. Клетка, это, конечно, тоже, ребят, такая еще имба. Она будет бомбить до тех пор, пока они тут не сдохнут все в этой клетке. То есть поймал, даже босса ты поймал, он будет там сидеть в этой клетке, пока не отдуплится. Это, конечно, топово. Ну, а этот ползун, ты видел у него, когда он бежит, у него на голове фитиль. Смотри, тут вообще лица не видно. Ползун, ты куда делся? Глаза только вижу. И все. Так, ну что, последняя энергия. Ну, я так и думал, что они сюда еще и робота с ракетой воткнут. Так я и подумал, так я и подумал, так они и сделали, да? Читает мои мысли. Или я их предугадываю. Тут одно из двух. Так, ну что? Джаггер. Или как, или сразу баллисту. Нет, Джаггер. Иди отсюда. Репульсор, это толкатель еще один, а? Ну, он хорошо, что он ватный, ребята. Он... О, вот это вот плохо. Вот это плохо, ребята, тем, что... Сейчас, не дай бог, вот сюда вот ракета полетит. Нет, повезло. Если бы она сюда полетела бы, наша база получила бы урон. А если бы она получила урон, соответственно, мы бы здесь фейлились. Это так тебе, на будущее. Так. Карточка. Ну. Что же, да? Давай вот так вот еще сделаем. Победа. Победушка. Фух.
Так, ну что, ребята, у нас, по-моему, энергии-то больше нигде и нету. Нету. А это значит, что пора закругляться. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.